Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живут даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живут даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живот даровав. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бы еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем. Придите все верные, поклонимся святому Христому воскресению. Все бы прииди Христом радость всему миру, всегда благословляющий Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпев. Смерть ее, смерть разрушив. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бы еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем. Придите все верные, поклонимся святому Христому воскресению. Все бы прииди Христом радость всему миру, всегда благословляющий Господа. Поем воскресение Его, распятие Его претерпев. Смертью смерть разруши. Воскресение Твое видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты вынеси Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем. Придите все верные, поклонимся святому Христому воскресению. Все бы... Прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа. Поем воскресение Его, распятие Божие претерпев, смертью смерть разруши. Женщины, пришедшие с Марией до рассвета и нашедшие камень, отваленный от гроба, услышали от ангела, что вы ищете, как человека среди мертвых, того, кто живет в вечном свете. Посмотрите на погребальные полена и спешите возвестить миру, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он Сын Бога, спасающего род человеческий. Хотя ты бессмертный и сошел во гроб, но уничтожил силу ада и воскрес победителем Христос Бог, сказав принявших миру женщинам, радуйтесь, и апостолам Твоим даруй мир, и падшим подавай воскресение в гробу плотью, в аду душою, как Бог, в раю же с разбойником, и на престоле Ты был, Христос, с Отцом и Духом, все исполняя беспредельный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Каким живоносным, воистину прекраснейшим рая и святейшим любого царского чертога явил Христос гроб Твой, источник нашего воскресения, и ныне, всегда и вовеки. Аминь. Всевышнего, освященное божественное жилище, радуйся, ибо Тобой, Богородица, дана радость зывающим, благословенна Ты между женами, пренепорочная владычица. Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Достойно есть яко воистину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Христос восстал из мертвых, поправ смерть своей смертью и находящийся в гробах, даровал жизнь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
Молим Тебя, Господи, за призванных на фронт Никиты, Александра, Максима, Евгения, Алексея. Спаси их от зла. Да будет воля Твоя святая, Господи. Посети болящих Игнатия, Антония, Ольгу, Петра, Николая и других. Даруем телесное и духовное здоровье по воле Твоей святой, по милости Твоей. Сохрани и укрепи Потеряевскую и Барнаульскую общины и наше интернет-сообщество, находящихся в вузах, в тюрьме, в всех больницах. Спаси и сохрани, да будет им помощь Твоя святая по воле Твоей святой и милости Твоей. Не оставь, Господи, еврейский народ во спасение их. Помоги соединиться с семьей Александру. Благодарим Тебя, Господи, за то, что услышал наши молитвы и даровал рождение свыше сестре нашей Наталье и многим другим. Дай рождение свыше, Господи, Петру, Евгению, Ивану и мне грешному. Да будет все по воле Твоей святой, Господи, по милости Твоей. Господи, помоги Елене и Михаилу определиться в жизни. Дай Елене документы, помоги с документами или свидетелями о том, что она действительно работала, подтвердить для того, чтобы получить пенсию. Спаси и сохрани, Господи, и помилуй. Боже, милости будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, а о незаповедавших приведи к вере к истине Твоей. Говори, Господи, слушают, да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Христос воскрес! Поистине воскрес! Николай Георгиевич, вы меня слышите? Я слышу, Игнатий Тихонович. Достойно есть всякого истину, не считается до Духа Святого, когда сойдет, 50 дней, а считается вместо нее святись и святись в Новом Иерусалиме. О, виноват, исправлюсь, спаси Христос. Вот Царю Небесный тоже не считается, Христос воскресе, а до Вознесения, а от Вознесения 10 дней до Дня Троицы вообще на этом месте ничего не считается. Вместо Царю Небесной. Буду вникать. Спаси Христос. Аллилуйя. Слава Христу. Или так, мы так и держимся. Отошел. Воистину воскресе Христос.